Дорогие друзья, давайте поговорим о тротуарах. Мы в этом году завершаем 100% ремонт и строительство новых тротуаров к объектам соцсферы. Под это денежные средства есть. Мы в этом году должны завершить строительство тротуаров в исторической части города между улицами Соколовая и Вторая Садовая, между набережной Космонавтов и Аткарской. Но проанализируя в ходе совещания с главами районов города Саратова и представителями правительства области этот вопрос, сошлись во мнении, что можно будет нам на 100% выйти строительство тротуаров во Фрунзенском районе. И обсудив вопрос, в том числе с моим коллегой Николаем Васильевичем Панковым, который занимается предметно решением этого вопроса в Волжском районе, мы дополнительно проработаем оставшиеся улицы, которые необходимо охватить этим проектом. Считаю, можно выйти в этом году до сентября на 100% решение вопросов прокладки новых тротуаров в Волжском районе. Изучая ситуацию в других районах города Саратова, есть понимание, что по Ленинскому району можем найти решение по всем тротуарам. Для этого необходимо 127 миллионов рублей, те, которые находятся на балансе, но те, которые отсутствуют во всех документах, но люди по ним ходят, какое количество средств, какая их протяженность предстоит посчитать и разобраться, такую задачу мы поставили по всем оставшимся районам города Саратова. Поэтому в этом году нас ждет большая работа. Прошу об одном, чтобы помогли с контролем за качеством. Средства нашли, важно теперь, чтобы эти средства эффективно были потрачены. И город преобразился. Будет город другой, у нас с вами не только настроение будет лучше. Все потянутся, кто-то назад, а кто-то будет создавать новые рабочие места и предприятия. У нас это тоже в повестке есть. Я думаю, что в ближайшее время обсудим. Спасибо.